Громкий скандал на радио «Абакан» в эти выходные вышел на федеральный и даже международный уровень. Напомню, три ведущие журналистки радиостанции написали заявление об увольнении. Они утверждают, что причиной стало политическое давление. Что же такого произошло, раз скандал обсуждают «Эхо Москвы», «Интерфакс», «НТВ» и даже «Радио Свобода»? Ситуацию изучала Катерина Ярушина. 24 ноября на радио «Абакан» должен был выйти очередной выпуск ток-шоу «Абаканский разворот». Его авторы, журналистки Яна Метельская и Светлана Стафиевская, проанонсировали две темы. Недавний питерский законопроект против гомосексуалистов и третий срок Владимира Путина. Провокационность понравилась не всем. Журналистам позвонил редактор родственной газеты «Абакан» Виктор Шигарев и потребовал не смешивать в кучу однополую любовь и президентство. Этот звонок девушки посчитали политическим давлением и выложили его запись в интернет. Вот по какому вопросу тебе звонил. Звонили мне сейчас с «Единой России». Ага. Вот. И очень просят поменять вторую тему разговора на радио «Абакан» сегодня в «Народе». Просят не смешивать Путина с гомосеками. В итоге авторы не пожелали убирать ни одной из заявленных тем, а вместо этого вовсе не выпустили программу. Вместо нее в эфире радио «Абакан» зазвучало «Лебединое озеро». Явный привет Пучу 91-го года. А под конец дня обе журналистки, а с ними редактор радио Екатерина Чернышова, написали заявление об увольнении. Нам предложили неприемлемые условия работы на радио «Абакан». В частности, объединение двух редакций, телевизионной и радиоредакции, во главе с главным редактором телевидения «Абакан». Мы сочли это, ну, фактически нам назначили управляющего, мы сочли это неприемлемым и предпочли уйти. В холдинге РТА «Абакан» политический подтекст случившегося отрицают. Хакасская «Единая Россия» тоже в недоумении. По их словам, требовать изменения программы Виктора Шигарева никто не просил. Да и никакого криминала в тематике про геев и про Путина единороссы не усматривают. Они выразили сожаление, что история пошла по эмоциональному сценарию, но от официальных комментариев отказались. А вот медийное сообщество Хакасии в оценке ситуации разделилось. Одни считают, что радиоведущие напрасно вынесли, в общем-то, рядовую разборку на публику и подставили и свое руководство, и мэра Булакина, он-то тоже единорос. Другие на стороне журналистов говорят, что головокружение от чувства собственной значимости у молодого руководства абаканской «Единой России» случается все чаще. Грубо нарушена корпоративная этика со стороны перечисленных журналистов. За такое с любой работой без вопросов гонят в шею. Абсолютно некрасивый поступок. Гордиться тут нечем. Непонятно, чего хотели добиться этим. Только себе хуже и сделали. У него вызывает уважение этот поступок. Потому что три девушки в протест против цензуры взяли и уволились. Это не каждый может так поступить. А то, что передачи стояли рядом, то это абсолютно их не право. Это творческий коллектив, он сам решает, какие темы поставить рядом, какие там раскинуть в разные стороны. Возможно, люди перед выборами, контролирующие или отвечающие за пиар той или иной партии, просто подстраховываются. Возможно, они получили какие-то не те цифры, что стали искать подтекст даже в передачах радио, которое давно известно своей либеральной позицией, ну и прямо скажем, которое не может похвастать огромной такой целевой аудиторией. Российские масс-медиа тут же заинтересовались вспыхнувшим конфликтом и намеком на цензуру в Хакасии. За считанные дни историю про демарш хакасских журналистов в подробностях сообщили «Радио Свобода», «Эхо Москвы», «Интерфакс» и еще ряд изданий. Возможно, интерес объясняется еще и тем, что по времени эта история наложилась как раз на выдвижение Владимира Путина в президенты на третий срок. Как бы то ни было, нелепый звонок директора абаканской газеты на радио мгновенно представил Хакасию в двусмысленно невыгодном свете. По информации «Нота Бена», Москва уже затребовала у республиканского руководства отчет, кто виноват в скандале и что с ним делать. Катерина Ярушина, Владимир Байкалов, новости 7-й телеканал.